шестуна. Папа, мы с тобой. Оказаться в СИЗО, причем по любому вымышленному обвинению, как мы видим. Поэтому я выражаю солидарность с Александром Вячеславовичем. И это будет выражаться в виде прически такой же, как у него. Правда должна восторжествовать, шестуна должна отпустить. Да, Александра Вячеславовича? Я присоединяюсь к флешмобу в поддержку Александра Шестуна. Свобода Шестуну! Волос у меня осталось не так уж и много, но за Александра Вячеславовича я свяжу и последнее. Чтобы его перевели под домашний арест или под подписку о невыезде. Свободу Шестуну.